Идем на Благовестие. Вот здесь этот отряд юных армейцев. Помилуй нас грешно. Сейчас пока без молитвы не делаем. Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй нас грешно. Господи Иисусе Христе, Сын Божий, помилуй нас. Заходим, фотографируемся. Давайте на память красиво фотографируем. Вот идем. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови, Господи, людям найти души Твои, которые готовы слышать Слово Твое Святое и принять его. Тебе хвала, честь и слава и поклонение. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Ну, прям в руки возьми Евангелие. Святое Евангелие примите в подарок? Что за подарок? Инжил. Инжил? Инжил. Да, мы Тора читаем. Так в Коране написано, что инжил это от Бога. 5 сура, 68 аят, там говорится, что дал инжил. Всевышний дал им инжил, чтобы они по нему жили. Вот это инжил. Если хотите, чтобы нет, почитать. Нет. Примите в дар Святое Евангелие православное. Православная церковь издала по благословению патриарха. Подарок. Могу подарок подарить. Сколько стоит? Бесплатно? Давайте. Конечно. Это дар Божий. Спасибо. Там большой, большими буквами написано. Хорошо. Абсолютно даром. Православная. Подарок Святой Евангелие каждый может взять. Подарок Святой Евангелие, пожалуйста. Даром, бесплатно абсолютно. Евангелие? Евангелие. По благословению патриарха. Почем? Бесплатно. Бесплатно. Подарок. Бесплатно. Абсолютно бесплатно. Берели. Да. Пожалуйста. Я читать очень люблю. Пожалуйста, прочитайте. Через это... Я буду читать. Я тоже. Через это душу свою спасете. Дай Бог здоровья. Ой, Бог здоровья. Все, благослови вас Господь. Спасибо. Благослови Господь. Так, ну давай туда. Тыщ. Это тыщ, ты мусульмане берут, потому что на тебя смотрят. Мусульмане смотрят на Катю и думают, что она мусульманка, и берут. Святое Евангелие в подарок каждому, кто захочет. Пожалуйста. Большими буквами. Это Слово Божие. Это вы мусульманка? Так это инжил. Инжил это написано Всевышний, дал вам инжил, в Коране написано. Это инжил. Поэтому это должны все знать. Евангелие святое в подарок, если хотите взять. Бесплатно абсолютно. Хорошо, что, вот, хорошо, что визитки есть. Вот такая визитка в каждом Евангелии.
Так, там. Положи туда в сумку все. Сейчас помолимся, потому что надо через кордон пройти. Если что, книги можно посмотреть. Сейчас там посмотрит вас. Я поговорю, вы посмотрите, там книги. А, книги? Да. Можно просто развернуть, да, вы конечно. Не против, если... Конечно, не против. Да? Пожалуйста. На вот здесь проходите. Мы, просто... мы православные, христиане. Но мы понимаем, но безопасность, вот, пожалуйста, чтобы пожалуйста. Этот... Чисто посмотрите. Нет, чисто вот здесь при... откройте. Да. Ага, все. Все, спасибо вам большое. Спасибо. Все. Вам, кстати, подарок. Пожалуйста. Нет, у нас сейчас... Время нет, не возьмете, да? Почему? Пойдем. А вы кто? Пойдем. Я сотрудник. Вы полиция? Вы не можете задерживать нас? Так, минуточку, подождите. Вы же не можете нас задерживать. Подождите, вы же не сотрудник полиции. Пойдем. Подождите, говорю. У нас нету времени вас ждать-то. Зачем? Подождите. Подождите, говорю. Пойдем. Нет. Пойдем. Не отвлекайте, пожалуйста, нас. Подождите. Я еще раз говорю. На каком основании? На основании того, закона какого? Так, скажите, пожалуйста, вы сейчас идете книги эти что? Дарить? Раздавать? Дарить. Подарок. Подарок. Сейчас мы. Да. Мы православные христиане. Я знаю. Все, пойдем. Подождите, говорю. Пойдем. Подождите. Катя, иди давай, ты не отвлекайся. Меня. Подождите, руки. Говорю. Мы не можем ждать, у нас нет. Мы же не ради вас пришли-то, люди ждут нас. Вот поэтому подождите. Все, пойдемте. Все, подождите. За территорию, подождите, не ходите. А на каком основании? Так, полиция, подойдите сюда. Что такое? Вы что, не подождите, нормально? Говорю. На каком законе? Подождите. На основании чего? Мы что-то за нарушили? За территорию, пожалуйста, раздавайте. Вы не подождите. Имеете права останавливать нас. Подождите, вот полиция. Вот. Здравствуйте. Так. А у что них такое? Литература, которую нужно раздавать там, не на территории парка. А это как? Почему это? Дирекция запретила. Да, что, не знаю, почему-то задерживают нас. У вас что за литература? Пожалуйста. Если можно, я понял вас. Я уважительно отношусь ко всем. Смотрите, Святое Евангелие. Я понял вас. По благословению патриарха Кирилла. Я еще раз говорю, я очень толерантно отношусь. Я сам верующий. Бога верую. Если просто... Нет, дело-то не в этом. Вы нам не можете это просто. Мы хотим дарить книги. Нет, дарите книги только вот за территорию. Нет. Еще раз. Понимаете, говорю, меня... вот вы меня не переубедите. А так я и не собираюсь, вы просто права не имеете. Не имею права, пожалуйста. А основания тогда говорите? На каком основании вы будете мне запрещать то, что я хочу делать? Запрещать? Почему вы можете? Директор парка же говорит, запретил. Вас как вылечат? Как вам обратиться? Вячеслав, у меня все документы есть. Вячеслав Сергеевич. Да, мы, смотрите, мы христиане православные. Всегда, когда в парке какие-то мероприятия, людям, чтобы они не курили, не пили, обратились к Богу, выдаем им книги. Православные, официальные, которые патриарх Кирилл благословил на раздачу бесплатную. Ни одной копейки мы себе не берем. И мы это людям даем. Кто хочет, не то, что мы там раздаем. Кто хочет, берет это. Они другими становятся, понимаете? Они становятся другими. Мы их никуда не призываем, нас это не интересует. Конечно. Вы кому-то там передайте, это ничего нету. Это может быть вы из-за того, что такие книги получают, они другими люди становятся. Они не курят, не пьют, не начинают все другое делать. Вы это как прекращаете? Получается, это неправильно. Это ненормально. С моей стороны неправильно. Ну, неправильно это останавливать. Благое дело, вот в чем благое дело. Благое дело? Конечно. Но это что-то. Книга божественная, Евангелие. 2000 лет. Христос пришел,
пришел принести Евангелие. То, что она за 2000 лет она в исконном виде к нам дошла? Конечно. Их столько, знаете, экземпляров. Знаете, сколько раз ее переписывали? От одного писчика к другому, который А вы думаете, вы один так говорите? При лампаде сидя и не мог допустить ошибки? 2 миллиарда человек, думаете, ошибаются? Что... Нет, не ошибаются. Ошибается тот, кто не ну, ошибается. Ну, видите, вы противитесь Евангелию. Вы не против, а против Бога идете-то? Не против меня. Это... Нет, Господь рассудит, если что-то я неправильно сказал. Поэтому здесь никаких. Мы никого. Вы даже не заметите, никто не возмущаться никогда не будет. При одном условии, человечном условии, что вы не будете раздавать эти книги. А как что, их продавать? Не надо их продавать. А почему? Если у человека понравится, он подойдет, возьмет. Ну это тогда надо встать где-то. Встать, мы, пожалуйста. Стойте. Если имею в виду. Вот одна если просьба. Бы, если бы стойка там. Господь ну, тогда бы ко сам мне... приведет этого человека к вам. Нет, он сказал, идите проповедуйте Евангелие все твари. Христос сказал. Господь сам к вам придет за этой книгой. Грубо говоря, он же сказал. Человек сам придет. Только не раздавайте, ладно? При одном условии. Нет, это мы не можем. Нам Господь сказал, идите проповедуйте Евангелие, а вы, говорите, не сделаете. Нам кого слушать, Бога или человека? Я вам не про веру разговариваю. Смотрите. Где вообще речь ведет. Но мы же... Если мы... однако, вам просьба есть. Не раздавайте. Ее просто вот, если подойдет человек, поинтересуется, возьмет, да. Ну, это понятно. Но если вот так вот навязывать человеку что-то, не, это нет, не хорошо. Никогда. Вот смотрите, вот я... Вот я про это. Вот смотрите. Я про это говорю. Проследите, пожалуйста, как мы это делаем. Все, нет, вы увидите, я больше вас ничего не прошу. От нас вы не если получите. Если человеку суждено обратиться к Господу, он его направит к Господу. Ну, надо через слушание. Он должен услышать и прочитать. В средние века многих через это... Через слышание. Через слышание. Не через гонение, а через слышание. Договорились? О чем? Что к вам подходят люди, если интересно, берут. Если вы смотрите, будете распространять, то... Мы вот так будем подходить и говорить, даром возьмете Евангелие, если не возьмет, сразу идем дальше. Он говорит, нет, все, мы вот так сделаем. Все, с Богом. Благослови вас, Господь. Видишь, уже бесы начинают работать. Дай-ка. Даром Святой Евангелие, если хотите, можете. Православные наши. Они все боятся перед этим, перед начальством. Давай еще. Давай. Пожалуйста, Святой Евангелие вам в подарок. Наша православная, патриарх благословил. Не надо? Святой Евангелие в подарок, если хотите взять в дар. Православное? Нет. Издание? Мусульмане. Вы мусульмане? Только это инжил. Инжил, знаете, что такое? Да. Инжил – это Евангелие. Это Святой Евангелие. 5 сура, 68 аят в Коране написано. Всевышний дал вам инжил, чтобы вы по нему и жили. Мы христиане. Вот мы по нему живем, но вы-то должны знать, что... Да, тает, что, не мешает. Конечно, давайте почитать. Мы... Давайте, они пожалуйста. Одинаковые. Да. Пожалуйста. Пожалуйста, прочитайте. Это подарок, это бесплатно, абсолютно бесплатно. Все. Благослови вас, Господь. Спасибо. Где Иисус Христос, Сыне Божий, благослови. Под защитой Божией находиться, чем под защитой начальника, лучше. Или в подарок. Евангелие святое даром, пожалуйста, в подарок. Евангелие святое в подарок, кто хочет, может взять. Святое Евангелие в подарок, если хотите, возьмите. Евангелие святое в подарок, кто хочет взять, может. Православное. Платно, абсолютно даром. Православное издание. У нас есть, спасибо, может, у кого нет. Ну да, другим можно раздать, близким. Наше православное издание Евангелия. Святое Евангелие в подарок, кто хочет, может взять даром. Бесплатно абсолютно.
Священное Писание. Абсолютно бесплатно. Чтобы душу спасти от грехов. Святое Евангелие в подарок. Бесплатно абсолютно. Православное наше. Православное Евангелие в подарок. Евангелие Иисуса Христа в подарок. Православное издание. Бесплатно. Если кто хочет, может взять. Очень трудно дается. Святое Евангелие в подарок. Кто хочет, может взять. Евангелие Святое в подарок. Примите дар Божий, Святое Евангелие. На русском языке, большими буквами. По благословению патриарха Кирилла. Святое Евангелие в подарок. Пожалуйста, бесплатно абсолютно. По благословению патриарха Кирилла. На русском языке большие буквы. Спасибо. Можете подарить близким, кто не знает Бога. Пожалуйста, Святое Евангелие в подарок. Святое Евангелие, Слово Божие, по которому Бог будет нас судить. Мы уже в парке. Святое Евангелие, если нужно, в подарок можем бесплатно отдать. Как хотите. Вам подарок Святое Евангелие не надо? Добро. Это наше православное Евангелие. Большими буквами, бесплатно. А вы? Вы мусульмане? Так это Инжил, Инжил. Вы не надо почитать. В Коране написано, 5 сура, 68. Да. Почитайте вы. Это же 5 сура, 68 аят написано. Всевышний дал нам Инжил, чтобы мы по нему жили. Это Инжил. Благослови вас Господь. Только берут. Православная наша. Русская православная церковь. Русская православная церковь дарит всем Евангелие, кто хочет, даром. Пожалуйста. Флаг Победы. Республики Татарстан. Смирно. Равнение налево.
цветов парада предоставляется начальнику управления образования города Казани Ирику Асафовичу Резванову. Добрый день, дорогие казанцы. Не забывайте. Такой праздник могли быть. Что Евангелие подарок? Святой Евангелие даром. Подарок Православной Церкви. Православная Церковь дарит всем Святой Евангелие в подарок. Вам тем более нужно? Святой Евангелие в подарок. Просто так, даром, бесплатно, по благословению патриарха Кирилла. Ведь бесплатно. Мы православные христиане. Мы православные христиане. Вот, мы подарок вам. Это что, за деньги, наверное, ведь? Нет, ни в коем случае. Это только бесплатно. Спасибо. Дар Божий. Православная церковь всем дарит подарок. Евангелие святое. Бесплатно абсолютно. Кто хочет, может взять. Большими буквами написано. Пожалуйста. Спасибо, дай Бог здоровья. Благослови вас Господь. Включайте это. По нему нас, по этой книге, Господь будет судить на страшном суде. Поэтому для нас самое важное. Да. Мир вам! А это у вас что за книжка? Евангелие! Новый Завет! Да. А вот вам тогда еще подарок. А здесь, смотрите, это то же самое, только большой шрифт. Большой. Буква большая. Благослови вас Господь. Святое Евангелие от Православной Церкви. Если хотите, можете взять. Да, конечно, пожалуйста. Наш по благословению патриарха Кирилла. Да, вот смотрите. Благословение Святейшего Патриарха Московского Кирилла. Спасибо. Пожалуйста. У нас занятия проходят по Библии с толкованием святых отцов церкви. Там все контакты есть, если захотите, сможете присоединиться. Один я видел вон там.
углу, и один я знал, что там. Православная церковь дарит всем Евангелие, кто хочет взять подарок. Большими буквами здесь вы можете читать. Все абсолютно бесплатно. Подарок. Возьмите. Через это Бог будет судить нас. Ну, то есть это Слово Божие. Как вот это? Самое важное слово. А у вас это инжил, если взять по-мусульмански инжил. Слово Божие. Православная церковь дарит всем Евангелие, кто хочет взять в подарок. Вам это не нужно? Спасение души своей не заботитесь. Православная церковь дарит всем подарок. Кто хочет, может в дар получить Святое Евангелие. Это нужно всем. Святая церковь дарит Евангелие в подарок всем. Православные наши. Евангелие православное, бесплатно абсолютно, большими буквами. Церковь дарит всем православным книгу, православную книгу. Евангелие. Православная церковь. О, дедуля, приветствую. Здравствуйте, родной мой. А я тебе как раз. Вот мой сынок. Внучок, внучок. Катенька. Привет, Катенька. Ой, как слышал здорово, ты понимаешь, это музыка прям трогательная прям была, понял. Так, устал, так а вам, наверное, надо, пожалуйста, подарок. Святой Евангелие. Так устал я, понимаешь. Там долго стоял, но потом пришел, всем посидел. Места не было, ходил, места не было, нашел. Ты не выступал там, ничего? Нет. Ой, брат, да как вас давно не видел, великий мой. А почему? Потому что сегодня здесь праздничные мероприятия, и всяческая агитация запрещена. А это не агитация же, это все... Это агитация. А чего агитация? Что? Кого это агитация? Это религиозная агитация. Мы вам все сказали. А кто виновник победы? Нам дополнить нечего. Давайте не будем вступать в полемику, я знаю, что у вас язык подвешен хорошо. Ну кто победил? Кто? Кому должны быть благодарны? Пойдемте к сотрудникам полиции. У нас уже майор, который тут отвечает за это, абсолютно разрешил. Он нам не пускал, и мы сказали... У нас другая установка. Мы из администрации города. Ну и что? Вам не права никакого нет. Нет, ну вы у вас можете... тоже нет права заниматься здесь пропагандой. Да нет, мы можем дарить только. Мы же не призываем никуда, дарим. Призывайте. Никогда не призываем. Давайте подарите мне. Пожалуйста, конечно же. Спасибо. Еще могу каждому подарить. Нет, не мы не призываем. Мы знаем закон и обязательно не призываем. Чтобы люди просто получили подарок. Вы же мне были бы против, если бы люди, вы, допустим, всем мороженое дарили, так ведь? Но это мороженое вредно, а это полезно для души. Вы же еще разговариваете, вы не просто... Смотрите, у вас здесь вот что такое? Если вопрос возникает у человека, это визитка. Это религиозная пропаганда. Посмотрите, нет, смотрите. Вот здесь что написано? Что? Не является призывом к вступлению в религиозную организацию. Не является. Ну, конечно, как там написано. Для чего вкладываете? Очень просто. Человек, когда начинает читать, у него возникает вопрос. А мы в церковь не возникаем. А как-то вы тогда против этого? А если, мы в церковь так Христос сказал, идите проповедуйте Евангелие всей твари. Он же сказал так, а вы против, получается. Вот вы сейчас и пропагандируете. Так это Христос сказал, говорит, идите проповедуйте Евангелие всей твари, а мы только подарок дарим. Вот давайте не сегодня, да. Не портите праздник. Не надо праздничать. Не люди. Как это? Мы благодарны Богу, что Он нам дал эту победу. Мы благодарны, но мы благодарим, мы знаем, как... Пожалуйста, туда. Вот видите, вы сразу сопротивляетесь Евангелию. Нет, мы просто не хотим с вами... Наоборот, нет. Вы должны были бы забыть, всего если бы вы верующие христиане. Всего вам доброго. Потому что это по благословению. Вы не просто так, наверное, с камерой ходите. Ну, потому что могут напасть, понятное дело. Могут напасть. Даже не говорите. Смотрите, если вы... Не надо здесь, пожалуйста, не призначаем. Если вы в православной церкви ходите, вы же в церковь ходите.
Я видите, очень пожалуйста. Прошу. Вы в церковь ходите. Я очень прошу. Я сейчас уйду. Пройти. Я сейчас уйду. Смотрите. Регина Викторовна. Свободно. Вы смотрите по благословению. Бесноватые люди, да? По благословению Святейшего Патриарха России. По благословению Патриарха. Вы знаете, я рада. Вставайте, приходите. Сами пристали к нам. Есть, так они к нам же пристали, мы же даже ничего. Они к нам. Раздавать? А? Раздавать пошли? Да, да, раздаем. Не надо мне как раз. Давайте с Богом. Кассеты. Не надо. Фанчики не да. Кушай, что. На, беленький, на, подняй. Не надо. Я не сам ем. Делаю. Не надо. Фанчики делаю из туалетной бумаги? Не надо. Евангелие в дар возьмете? Подарок? Нет, спасибо. Дару за некрасно. Здравствуйте, есть литература, продавать нельзя. Никогда в жизни не продаем. Только подарок. Не. Никогда подарок. Это не подарок. Не дарим. Ой, не продаем. Святое Евангелие по благословению патриарха Кирилла. Ну там, пожалуйста, раздавайте. Нет, это я где хочу, могу раздавать. То есть не касается. Там уже с майором мы разговаривали, полиция. Я никак. Бесплатно Святое Евангелие, бесплатно от церкви Святой. Бесплатное Святое Евангелие. Я татарка. Ну, так вам тем более нужно. Спасибо. Спасение татарам всем нужно, русским. Значит, одинаково. В том году мы стремили браслет покупали. В этом году. Святое Евангелие в подарок от церкви, пожалуйста, можете принять. Православная церковь. В дар Святое Евангелие, кому надо, можете бесплатно принять. Большими буквами. По благословению патриарха Кирилла. Орем на месте стоим. Издано. Святое Евангелие в подарок. Бесплатно. Как Бог сотворил, так и оставит. Потому что Бог все совершенно творит. От православной церкви Святое Писание можете в подарок получить. Абсолютно бесплатно. Девушка, а что вы даете? Это детский не лагерь. Детский лагерь? Можете поехать, да. Очень крутой лагерь летом. Все понятно. Благодарю. Святой Евангелие в подарок. Бесплатно абсолютно. Православная церковь издала. Пожалуйста, бесплатно. Все, не надо ни в коем случае. Они сразу хотят дать деньги, некоторые. Подарок от православной церкви Евангелие можете. Бесплатно абсолютно. Бесплатно подарок Евангелие. Спасибо.
У вас есть? А вы христиане или мусульмане? Слава Христу. Православная церковь, русская православная. Я поняла, а кто у вас, от епархии что ли, или от кого? По благословению Святейшей Патриархии России. Нет, я поняла, кто у вас направил с такой миссией? Как там, Христос говорит? От епархии? Христос говорит, идите, проповедуйте Евангелие. Нет, я поняла. А как-то это епархия? Нижестоящие не могут направлять. Нет, вот, ну конечно, Христос если сказал, то тут уже нижестоящие. Тут, нет, патриарх, видите, он издал. Да. Это все для бесплатного распространения. Мы можем вам дать, и другим тоже раздадите, там, у вас, у нас просто еще есть много. Нет, специально никто не посылал. Мы обычно как праздник какой-то, люди скопления, людям раздаем. Нет, нам кто-то это от патриарха, что ли, от патриархии ссылали, что ли, какие-то. А, издательство, да, есть этот, Сибирская благозводница. А, Сибирская благозводница. Да. И они туда можете заказ делать. Ну, там прям пишете, этот, называется Евангелие в каждый дом. Заявку подаете и можете себе на приход. Ну вот, если что, вот я вот оставил, смотрите. А вот вы можете, я вам напишу, если вы мне по WhatsApp, я вам напишу сайт, где вы можете заказать все эти бесплатно. 500 штук можно заказать и людям раздавать. Обычно на большие там Троицу можно раздать, Пасху какую-то, там много народу, много людей, сами, которые... Сами что-то захотели, сами? Ну да, ну Христос говорит, он говорит, идите проповедуйте Евангелие, мы пошли, проповедуем. Ну как проповедуем, еще лучше, слово даешь, человек, оно может 10 лет лежать на полке, а потом он почитает, обратится к Христу. Ну, митрополита, благословение взять. Митрополита, ну, Кирилла, благословение есть. Наше. А вы сами по-моему проходите? На Дербышках, храм Успения Пресвятой Богородицы. В Дербышках? Да. Оттуда, да? Получается? Да. Тут мы как сюда зашли, полиция сразу напала. О, да? Это сейчас. Ну да, они это, реагируют остро очень. Мы говорим, мы сейчас... Люди курить перестают, материться перестают. Вам меньше работы, вы не... А там, говорю, мороженое продавать, там, чтобы все портит, сладкое. Это вы против ничего не будете. А у вас платок не по-христиански, да? Ну, это по-моему русский головной. А, это русский, да, так? Вот, а вы на Богородице посмотрите, как она. Традиция. Ну да, у нее, да. А и всех, кто, если посмотрите, у всех так. Это потом пришло, что вот так. Старобрядцев посмотрите. Просто если вы почитаете толкование Златоуста на 1 Коринфянам 11 главу, там четко написано. То есть... Что обязательно полностью, то есть не так, что вот где-то вот там, у нас не было видно. Там, да? Написано, да покрывается. И он говорит, что типа, значит, покрывается, значит, со всех сторон. Там прям зато устолкует Иоанн. То есть тщательно со всех сторон. А детям, как вы думаете, детям? А там девочка. Это написано женам, и это женщин, женам, а женами это все, это женский пол. А мальчики написано, мужчина говорит, если муж говорит, молится с покрытой головой, постыжает свою голову. Да. Но это же и мальчики у нас, они в храме все шапку снимают. Снимают, конечно. И да. Так же и поэтому девочка. Ты, а потом и не наденешь, если с детства не приучить. Потом на нее не наденешь, она уже не привыкшая будет. Поэтому с детства лучше это делать. А у вас есть свои дети? У нас нет. Вот вы счастливые, у вас нет. Мы счастливые, как апостол Павел говорит. Вот именно, апостол Павел говорит, лучше как я, но если да. Вы не можете. Лучше как я. Женитесь. Поэтому мы вот идем и благодарствуем. Нам Бог дал эту свободу. Просто тяжело это. Вот вы видите, вы свободны, вы можете читать. А мы урывками ночью только можем читать, потому что их же целыми днями надо ее возить на учебу и все. И за них еще Бог спросит потом. Вы в сильную ответственность вошли. Спросит, да. Чтобы их воспитать и верить. У нас постоянно в интернете занятия по Библии, с детьми там тоже занятия есть. Сами с взрослыми мы сами проводим, потому что мы много лет уже христиан в православии. Там, ну, другие есть девочки, женщины, которые с детьми проводят. Ну, если что, контакты. У вас какая-то организация, что ли, или что-то? Нет. Добровольная или что-то? Нет, просто как бы... Нет, вот. А онлайн-занятия вы через как? А во скайпе. Алло? Сами, что ли, просто в скайпе? Выходите в скайп? Да, ну, у нас группа есть в скайпе. Нет, вот я говорю, что какая-то группа, значит, есть. А, ну, группа-то в скайпе уже... есть, там никак. А группа в WhatsApp'е. «Во свете Библии». А вы, если вы наберете в Ютубе канал, называется «Во свете Библии». Сейчас вот у меня надо прорепетировать с мальчишками-то. Елена, а вы где? Вы работаете же где-то, наверное? Да, конечно. Я в аэропорту работаю. В аэропорту? Да. Ладно, пойдем. Проходите потом на связь. Спасибо. Будем знакомы. Когда будем выходить, мы будем тоже так, можете тоже выходить, называть. Будем, а вы как-то да? Молодежь организуете там вот какие-то конечно. Деятельность такая? Ну, вы просто получаете это как вы сами делаете добровольно, сами, да? Сами добровольно. То есть вас никто ничего не обязывает, вы сами просто так решили, да? Конечно. Конечно. Сами абсолютно все это бесплатно, это для, все для Христа, для Бога.
вчера в нас уже дамы раздавали. Богу служит таким образом. Таким образом, конечно. Конечно, людей приводить к Богу. У нас мы вот от того, что деятельность какой есть, не только я, но в интернете. В прошлом году только 18 человек крестилось. Из сект пришло, мусульмане есть, которые приходят, да. Это постоянная работа. Почти все это, все свободное время отдаешь только на это. Так, и ты ничего никогда на это, ни на что на это не применяешь. Детей надо, раз вот так прям закрестить. Детей наоборот. Мы считаем, что нам дар Божий, что нам не дает детей Бог. Потому что нам дает служить Богу время. Наоборот, мы благодарим Богу, что нет детей. Да? Да. Ну а там как Богу уже. Да, угодно. С ними Богу служить очень тяжело. Как с полуспутанными ногами. Они вообще не дают. Они связывают по рукам и ногам. Особенно если жена или муж неверующие, это тоже плохо. Ну, почти невозможно. Да, трудно. А когда муж и жена верующие, это благословение Божие, конечно. Но мы вообще первый раз увидели сейчас православную христианку с покрытой головой. Как? С покрытой головой. Православный сейчас? А где вы? Про кого вы? Я говорю про вас. Мы так радостно, что мы увидели православную христианку с покрытой головой. А-а-а. Что это вообще? Обычно сейчас все в штанах и в чем угодно. Вы знаете, вот мне здесь мне тоже приходится. Они у меня в спецшколе учатся. И когда я с ними четырьмя мотаюсь с колясками по автобусам, чтобы одного отвести, мне тоже приходится штаны одевать иногда. Ну, но это поняв, один себя, вон мой муж идет. Под платье можно одеть? И вот еще мои дети идут. Сколько у вас детей-то? Четыре. Ничего себе. Ну ладно. Здрасте! Благословят Господь. Смотри, православные люди, отец. Так это тоже. Вячеслав? Вячеслав? Так это мы же знакомы. Так это знакомый. Конечно. Ты как же? Христос воскрес. Поистину воскрес. Так мы, я ходил в приход тут. Да, конечно. Да, отец, вы знакомы? Да, конечно, мы знакомы. Мы отлично знакомы. Ходили. Ничего себе. И маму знаю, и маму у нас тоже. Это мы людям Евангелие раздаем. Ходим. И вот встретили. Мне предложили Евангелие. У нас есть такое, у нас же я есть. Я смотрю, покрытый. Я думаю, мусульманка, я потому что покрытых почти нету. Аня, мы разговорились. Вообще же люди говорят, они как апостол Павел сказал, лучше как я. Вот понимаешь, они вот спокойно проповедуют Слово Божие, отец, а мы с тобой с детьми носимся. Ну ничего, это у каждого своя. А мы с детьми. Ты что делаешь? А? Дай руку сюда. Дай руку. Так бы и сказали, что вы матушка, а то бы. Я-то думаю, ладно, сейчас.